Друзья, доброе утро, добрый день, добрый вечер, доброй ночи. С вами снова я, Руби. Это новое видео по игре под названием PlayerUnknown's Battlegrounds. И сегодня у нас видеоролик будет по режиму PUBG X Dead by Daylight. Это новый режим, во-первых, в игре его раньше не было. Сразу говорю, в обычное ДБД я не играл. И это на самом деле сказалось. Это сказалось, но несомненно, дорогие друзья, контент вас ждет потрясающий, просто непревзойденный. Я уверен, вы поорете. Значит, все, всем приятного просмотра, не отвлекайтесь. Все, подрубаю запись, если вдруг сейчас выиграем потрясающую сочную катку, залью на канал. Там музыка, какая музыка, ой-ой-ой. Громко, кстати. Значит, выживший, спасите, чтобы... Я хочу быть... Предатель, я хочу быть за убийцу тогда. Спонсором этого видео является букмекерская компания под названием 1xbet. 1xbet — это самый надежный и проверенный букмекер. Там всегда самые большие коэффициенты и самые быстрые выплаты. А насчет промокода, который видите на экране, данный промокод дает бонус до $520 на первый депозит для новых пользователей. Так что не упускайте свой шанс и присоединяйтесь. Все ссылочки вы найдете в закрепленном комментарии под этим видео. Насчет интересных матчей. 26 октября будет играть Барселона против Баварии. Это у нас будет групповой этап Лиги Чемпионов. Кому интересно, вы знаете, что делать. Прикольно, прикольно. Но я хочу быть за убийцей. Надеюсь, мне дадут убийцу. Дайте убийцу. Что-то громко трындец. Очень... Чат, как это сделать тише? Блять. Ну, я не знаю, это никак не сделать тише. Ой, я уже выбрал. И чё? Да я ни хрена не... А чё так громко? Это музыка вообще с игры? Да, это музыка с игры. Это нормально? Я могу это оставить, мне типа пофиг, но это на самом деле громко. Ладно, для атмосферы оставим, да, чё, да? Оставим? Ну, наш потом вырубится. Чё, играть уже надо? Блять, что делать? У меня что-то есть вообще? Где я? Ну, это забей, генерал. Ладно, я не буду тупить, я просто постою тут с этим типом. Что за говно? О, я понизил. О, нормально, нормально. Понизил топчик. Что-то я даже забыл про понижение громкости. Сорян. Нормально. Я хрен знает, начало игры произошло вообще? Ни хрена, я не монстр, я выживший. Все, музыка закончилась. Начинается серьезный гейминг. Я хрен знает, я никогда в ДБД не играл. Ёб твою. Это, наверное, вот это чисто... А как скрыться, реально? У меня есть что-то... Блин. Я, походу, наигрался. Спаси меня, друг, давай. Ой, он отвлек, реально, смотри. Я свалил. Я сейчас свалю, точнее. Как убрать эту хрень с руки? Это если можно кидаться? Да ящик, я могу им кинуть. Я могу его кинуть. Как им? Я могу его реально кинуть, типа? Ящик с инструментами. Ну да, я могу фигачить. Значит, давайте что? Давайте что? Я никогда не играл, ну, в этот режим, но я не знаю, куда бежать. Мне там было написано, я все пропустил. Короче, мне нужен генератор. У меня нога сломана. Вот, я думаю, нам сюда по-любому. Ой-ой. Нормально. Да нет, не за мной, я думаю. Я слышал звук. Ой, красавчик. А что, помочь? Супер. Мы делаем хорошее дело, я думаю. Там чел до сих пор живет. Я не знаю, как это... Оп. И у нас тут секретная комната. С секретным ящиком. С каким-то лутом, наверное. Не знаю, что он стоит. Но хочет подсосать лут или там нет лута, я не знаю. Я взял какой-то крутой ящик с инструментами. Так, теперь. Я помню примерно на самом деле, где это было. Где-то в центре там был еще один генератор.
Ну как-то полебно, да, наверное. Не, ну хотя хрен знает. Что? Что? А, я понял. Что так страшные звуки такие тебе? Плохо. Блин, я не знаю, сколько мне бегать так от него. Нубик. Давай, чувак, поднимай его. Блин, я что-то перевел его сюда. А, нет, блин, я не привел его. Ну, нормально, я наоборот парням помогаю подниматься. Ой. Я погнал дальше чинить. Блин, заколебешь меня, ты болван. Он врезался во что-то. Видите, он берет снайпу, целится и как бы и тратит на это время. Я в этот момент убегаю, просто убегаю. Из-за этого у нас есть запас времени определенный. А что такое? А, у меня дыхание, понял. У меня тиммейты есть вообще? Блин, давай-давай, дыши, братик, ну что с тобой? Шкаф. Вроде вот этот шкаф у меня помещался как-то на карте, может, это какой-то секретный шкаф. Ой, давай открывай. Он по мне сейчас? Не, вряд ли. И что? Я что-то хорошее сделал? А, я его типа теперь вижу. Еще один шкафчик. У меня как будто нет Тимы. Блин, козлина шкафчик охраняла. Нубик. Тут где этот генератор? Он что так шумит громко? Он сверху, да? Мы же его вроде делали. А, ну он уже работает, получается. Ну да, и нахрен я сюда прибежал. Блин, ну чел охраняет генераторы, как просто козел. Да, он там прям пытается ломать генератор, сволочь. Где Тима? Ну, пока он бегает за моим другом, я буду хрень делать.
А, челика можешь со шкафа достать, да? Типа он там друга, типа нашего убил. Я не должен, наоборот, пробел нажимать или что? Не понимаю. А должен часто пробел нажимать. Понял. А, блять, и как? А, нажать нужно. Я понял, когда все, я сейчас понял. Все, я понял. Фига я умный. Как я долго понимаю, этот трындец? Все, зато теперь делаем вещи. Блин, не успел. Нашего типа там вальнули. Тащат. Я один остался, я сейчас выиграю там, побег. Чекайте. Все, я понял, в шкафах типы. Из какого-то перепуга я перестал это чинить. Почему они не убегали так же, как я? Вот я убегаю, у меня нормально все получается. Они сейчас слабее меня, почему они реально не убежали? Блин, а там секунд 10, да? Окей, гадка на мне. Надо заставить его целиться. Будем бежать по прямой. Теперь поворот. Вот так резко сюда. Теперь сюда. Не, ну что, мне кажется, тут не убежать. Это ловушка уже, все. Тима, дно. А что, так можно было? Как убрать кровопотерю? Все, я сдох. Или он перестанет сейчас крово... Что за параша? Я все? Как сделать так, чтобы перс встал? Мне просто интересно. Мне надо нажать какую-то комбинацию клавиш? Когда с меня перестанет идти кровь? Походу никогда, да? Такой реально говнюк. Иди нахрен, говно. Я забыл, где шкаф, блять. Блин, чат, помогите, где шкаф? Ну я капец, я тут просто занят еще файтом, и я не знаю, где шкаф. Сдайся, просто сдайся, просто сдайся, ты не сможешь меня убить, просто сдайся. Перс всегда так будет, всегда. Встань, перс. Я сейчас буду плакать. Ладно, нормально, нормально. Я пока что лидирую.
Сдавайся. Что происходит? Давай, давай, нубик, попади, давай! Он остановился. А все, шкафы закончились. Он сдался? Ха. Спасибо за донат. И все, он сдался, походу. Я его заставил сдаться. Или я проиграл. Или я выиграл. Я могу выйти? Прощай, нубик. Какая легчайшая катка. Просто я ее не почувствовал, мужики. Победа вместо обеда. Я залью это на канал. Вы спаслись. Я победил. Я выиграл. Я выиграл? Чат, я выиграл? Я не знаю. Я реально не шарю. Я, честно говоря, я в ДБД не играл. Вот если вы сейчас вот орете, кто играл, вы сейчас орете с меня. Я без... Вот представьте человека, который не играл. Я вот сейчас рандомным образом выиграл этого босса. Он просто сдался.